Безусловно, обсуждение было очень большим, многие коллеги выступали, и это понятно, потому что Министерство экономики и регионального развития – одно из ключевых министерств правительства, и сейчас в Красноярском крае вопрос социально-экономического развития, вопрос экономического развития, реализации крупных проектов – это вопрос, который требует особого внимания, они на повестке дня, на слуху, и все, конечно, заинтересованы в том, чтобы как можно лучше работало министерство и как можно лучше работал новый министр. Сегодня Анна Карловна представила какие-то свои соображения по поводу работы министерства. Безусловно, пока она не приступила к этой работе, относиться к ним как к программным тезисам достаточно сложно, но тем не менее коллеги задавали вопросы, которые касались конкретных направлений, лежащих внутри деятельности, внутри полномочий министерства. Мне кажется, что вот такое вот бурное обсуждение, оно связано отчасти еще и с тем, что Анна Карловна занимала позицию, которая была не публична. Вот те, кто работает в правительстве Красноярского края, те, кто работал с проектным управлением, безусловно, знают ее как профессионала высшего качества, как одного из лучших членов команды правительства, которая очень эффективна, которая больших результатов добивалась в ближайшие годы. Коллеги в законодательном собрании, возможно, вот наши зрители, те, кто наши избиратели, не так знают ее роль вот в этих последних достижениях. Тем не менее, уверяю вас, она есть. Ну и потом, конечно же, правительство – это командная работа, и Министерство экономики – это командная работа. И одно, единственное мое пожелание к новому министру было в том, чтобы она хранила коллектив Минэко. Это один из лучших коллективов правительства, это лучшие специалисты, которые есть в Красноярском крае во многих направлениях социально-экономического развития, со стажем более 30-20 лет, с новыми идеями. И мне кажется, что она дополнит, возглавит эту команду, и она принесет нам ощутимые результаты в ближайшем будущем, что снимет все вопросы.